Полигон Левобережный – один из крупнейших в Московской области. Тонны мусора. Рекультивация необходима. На проект выделены деньги. Об этом сегодня сообщили на оперативном совещании с главой округа Дмитрием Волошиным. Этот вопрос сегодня является решенным. Деньги на проектирование 400 миллионов выделены в Московской области. И в программе 2021-2022 год он стоит в рекультивации этого полигона. 40 лет на полигон свозили мусор со всей Москвы. В 2012-м его закрыли. Сегодня на объекте требуются, так сказать, инженерные изыскания. Работы идут. Этот и другие насущные вопросы жителей Левобережья глава обсуждает на месте. Совещание провели в самом микрорайоне. На повестке несколько актуальных вопросов, в том числе долгострои, строительство перехода через трассу М-11, проект и строительство которого планируют в следующем году.